На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Звонишь на Алену, возраст 12 лет, город Липецк, гимназия номер 12. Платон Воронько. День Победы. Спать легли однажды деды, окна все затемнены, а проснулись на рассвете. В окнах свет, и нет войны. Можно больше не прощаться, и на фронт не провожать, и налетов не бояться, ночных тревог не ждать. Люди празднуют победу, весть летит во все концы. С фронта едут, едут, едут наши деды и отцы. И смешались на платформах с шумной, радостной толпой сыновья в военных формах, и мужья в военных формах, и отцы в военных формах, что с войны пришли домой. Здравствуй, воин-победитель, мой товарищ, друг и брат, мой защитник, мой спаситель, Красной армии солдат!